Насколько справедливо обвинение, что вы продали эти три месторождения Джустри, которые эти активы стали потом в 10 раз дороже? Вы можете в двух словах? В двух словах, конечно, чушь собачья. То есть я то же самое, я говорю, слышал от чекистов, это был же их основной миф. Мы никак не могли предполагать, что цена на уран пойдет вверх, да, это не наших рук дело. Ну вот смотрите, я вам продал квартиру, да, на рынке стоимость квартиры 10 тысяч долларов. Я вам продаю квартиру, потом цена на рынке спекулятивно выросла до 200 тысяч, а потом опять упала до 10 тысяч. И вы меня обвиняете, говорите, ой, ты продал за 10 тысяч, а через год квартира стала стоить 200 тысяч. Я говорю, ну сейчас-то она опять 10 тысяч стоит, а это не важно.